Принтер в офис – вещь нужная. Этот факт не подлежит сомнениям. В офисе всегда найдется, что распечатать – документы, отчеты, счета. Но это все очень скучно. Сегодня у нас с вами 7 идей, как использовать большой офисный принтер на полную катушку. И не только для скучных отчетиков. Поехали! Ставить четкие планы на месяц и планировать свой бюджет поможет календарь событий. Отметьте государственные праздники, дни рождения сотрудников в отделе, и вот уже понятно, в какие дни можно сэкономить на обеде. Донести свои идеи до руководства или представить отчет за год намного проще, если у вас есть наглядные материалы. Если у вас в офисе цветной струйный принтер, то преступление будет не использовать его для печати корпоративных фото с тимбилдингов, корпоративов и совместных поездок на конференции. Но украсить рабочее пространство можно не только совместными фоточками, а и мотивационными плакатами. Ничто не настраивает лучше на рабочую волну, чем цитаты успешных людей. И зачем тратиться на упаковку подарков и поздравительные конверты? У вас уже есть своя личная типография по производству подарочной бумаги. Можно открывать свою точку по упаковке новогодних подарков. И не только подарков. Украшение вашего офиса к ближайшим дням рождения и праздникам доверьте вашему принтеру. Флажочки, гирлянды, топперы на десерты. Ничего этого покупать не нужно, если есть бумага и чернила в СНПЧ. Не стесняйтесь использовать ваш принтер на полную мощь. Для струйника очень важно быть полезным каждый день. И даже если вы напечатали на бумаге все, что только можно напечатать, всегда можно переключиться на одежду. Сделать брендированные футболки не проблема, и особый текстильный принтер не нужен. Обычный струйник может печатать на термотрансферной бумаге, а для перевода на ткань вам нужен только утюг. Надеюсь, вам понравились наши идеи, и теперь вы посмотрите на свой принтер совсем другими глазами. Не бойтесь реализовывать ваши задумки. Заходите на Оригиналом.нет, мы поможем вам воплотить ваши самые грандиозные проекты. До встречи!